Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Инвестиционные проекты». Сегодня 4 апреля, и в этом видео я рассказываю о проекте Cialex, которую добавила в свой инвестиционный портфель одну неделю назад, инвестировала $100, и сегодня хочу вывести первую прибыль и усилить свой депозит. Проект от опытной администрации, которую мы ждали полгода. Поэтому сейчас, пока проект свежий, я считаю, стоит с ним работать и зарабатывать. Мы перейдем к сайту сразу же. Сайт очень качественно подготовлен, все нюансы, все максимально четко продумано. Есть служба поддержки на сайте, боты в Telegram, видеопрезентация проекта, вся подробная информация присутствует, и вы все можете найти. Отзывы инвесторов, блог проекта, все находится на сайте. У проекта есть свой внутренний токен, который вы можете получить как бонус после открытия инвестиции. Этот токен вы можете конвертировать с помощью внутреннего обменника в доллары и вывести. Минимальная сумма инвестиции составляет $25. Тарифные планы каждый час обновляются. Инвестировать вы можете на срок от 3 до 200 дней. И максимальный процент ежедневный 2. Перейдем к инвестициям, к фиксированным. Мы видим минимальную сумму инвестиции $25, максимальная 250 в фиксированном тарифном плане. Также есть еще 2 тарифа, и они будут доступны скоро. Я инвестировала в фиксированный тарифный план, так как инвестирование в данный тариф на 3, 6, 10, 13 дней, 9 очень удобно. Инвестировать можете на любой срок, на короткий период и на более длительный. Ежедневный процент в данном пакете колеблется от 0,6 до 0,8%. Вы выбираете тарифный план. Можете выбрать несколько, максимум 4, и покупаете его. Ежедневно получаете прибыль без выходных. Это тоже хороший плюс проекта. Мы перейдем в мой личный кабинет. У меня на балансе есть $11. Я инвестировала в проект $100. Это моя первая инвестиция, и она уже скоро завершит работу. Видим, я получила бонус в размере 2 внутренних токенов проекта, их конвертировала, и они у меня на балансе. Я сейчас выведу прибыль. Осталось 5 дней из 11. Переходим во вкладку «Кошелек», нажимаем «Вывод баланса» на тизер TRC20. Адрес у меня уже указан. В настройках мы его сохраняем. Далее нажимаем «Продолжить». Все, выплата находится в обработке. Регламент на вывод составляет 24 часа. Вот мои финансовые операции, аккаунт, токены. В кабинете очень много информации. После регистрации переходите в Security, подтверждаете свою почту. Далее сохраняете свои кошельки. Я сохранила тизер TRC20 и Litecoin. И можете включить двухфакторную аутентификацию, но я не рекомендую это делать, это не обязательно. В кошельках пополнение возможно через абсолютно все криптовалюты. Удобнее использовать тизер TRC20, это доллар, стейблкоин или лайткоин. В сети лайткоин комиссии минимальные. Также комиссии минимальные в сети Tron и Ripple. Ну, также там Dogecoin, Dash. Есть еще Solana, Shiba Inu, Binance Coin, BIP20, ERC20, TRC20. Все сети есть. Можете выбрать удобную для вас. Я рекомендую Litecoin и тизер TRC20. Очень удобное, быстрое пополнение. Регламент на вывод 24 часа. Проект стартанул 23 марта. То есть ему только 12 дней, менее 2 недель. Это большое преимущество. Администрация
на связи, активно работает и продвигает проект. Очень выгодные тарифные планы, вы можете инвестировать на любой удобный для вас период, заработать и вывести прибыль с телом депозита. Сейчас ставлю видео на паузу, мы продолжим тогда, когда деньги поступят мне на баланс. Моя заявка на вывод была успешно обработана. Мы перейдем во вкладку «Мои транзакции». Видим начисление по депозиту. Завершено. И вывод обработан на сумму $11.65. Оставляю скриншот выплаты на экране. И пришло мне 10.65. Есть небольшая комиссия за переводы в сети TRC20. Посмотрим, какие есть на данный момент депозиты для инвестирования. Видимо, осталось 4 дня, 4 начисления, и мой депозит завершит работу, то есть в конце этой недели. Посмотрим от 50 до 100. Инвестирование сроком на 9 дней. 8, 11, 10. Суммы небольшие. Если инвестировать, например, от 100 одного доллара, то процент 0,87. Зайду я еще на $100, видим процент 0,75. Есть процент 0,77, но сумма небольшая, $65. Выбираю вот этот тариф. 1. Инвестиция 100, TRC 20. Бонус 2 доллара, итоговая прибыль 108%. 8% это чистая прибыль. Нужно пополнить баланс. Пополняю баланс на $100. Нажимаю продолжить. Видим тизер TRC20, $100. И перевожу на этот адрес $100. Таким образом, мой депозит будет $200. Списывается с баланса $101, и скриншот транзакции я оставляю на экране. Ждем, когда деньги поступят мне на баланс. Все, баланс пополнен автоматически. Пришло подтверждение на почту. Переходим в инвестиции. Видим, у меня два депозита. Один на $100 на 11 дней и второй на $100 на 11 дней и через 4 дня завершит работу. Я получила бонус 2 внутренних токена. Видим, у меня на балансе $2. Чтобы эти токены вывести, их нужно обменять. Обменять во вкладке Exchange, то есть обменник. Меняем токен на крипто. Нажимаю тизер TRC20. И на эту валюту я меняю внутренний токен. Продолжить. Все, операция прошла успешно. То есть со $100 вы получаете бонус $2, и это очень приятно. Реферальная программа в данном проекте достаточно слабая, но для моих партнеров я делаю бонусы в размере 0,5% от депозита свыше $200. Также есть бонусы за оборот структуры. Бонусы за оборот структуры нужно делать за месяц. То есть делайте за месяц. За 30 дней оборот $2500 и получаете $25. Делайте оборот 5000 и получаете $50. Реферальная программа слабая. Мы видим процент 1, 0,5, 0,0. В общем, маленький процент по реферальной программе. Проект интересный, свежий, рекомендую с ним ознакомиться, добавить в свой инвестиционный портфель. Ссылку я оставляю внизу в описании к этому видео. Регистрируйтесь, если у вас есть вопросы, пишите мне. Все ссылки находятся внизу в описании. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. И всем большое спасибо за просмотр.